И сегодня мы решили сделать помаду для губ со вкусом жевательных конфет. И мы купили вот такие всеми любимые конфетки Фрутелла. А кто не подписан на наш канал, то скорее подписывайтесь, такая большая красненькая кнопочка внизу. Для нашей помады нам понадобится вот такой вазелин. Его можно купить в любой аптеке и стоит он рублей 25. Нам нужен пищевой краситель. Я выбрала красный, но вы можете выбирать абсолютно любой цвет. Затем свечки. Они идут как загуститель, чтобы наша помадка была твердой и не растекалась. Сначала мы добавим вот такие жевательные конфетки, поэтому мы открываем. Наши конфетки слишком большие, поэтому мы их разрежем на маленькие кусочки. Ох, как трудно режутся. Так. Оп. Ой, убежала. Да, готово. Вазелин мы взяли не косметический, а самый обычный, потому что он дешевле. Дальше мы добавляем цвет. Я взяла красный. Я очень люблю красную помаду. Еще мне нравится карандаш телесного цвета. Он выглядит более естественно. Но его нужно растушевать таким прозрачным блеском для губ. Это получится мега офигенная помада. Еще немножечко добавлю. Ну а чтобы наша помада получилась не жидкая, а как настоящая, мы добавим немножечко воска. Мы взяли обычную свечку, попытаемся достать оттуда воск. Как-то у меня плохо получается это делать. Твою налево, я проткнула. На самом деле, я не знаю, сколько нам нужно добавлять воска, но я делаю примерно на глаз. Вот такая кучка из вазелина, воска, красителя и конфеток у нас получилась. Нам остается ее перемешать и отправить в микроволновку. Вот такая забавная штучка у нас получилась. Она похожа чем-то на лизун. И мы помещаем ее в наш пустой тюбик от гигиенической помады. Главное нам успеть его туда засунуть, пока он полностью у нас не остыл. Ай, как горячо, 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 горячо! Сейчас нам нужно поставить ее в холодильник, чтобы она немножечко подостыла и превратилась в самую настоящую помаду. А у нас получилась вот такая помада. Она, конечно, не совсем красного цвета, а наоборот, она получилась какая-то темно-вишневая. Она очень гладенькая, но твердая, так как мы туда добавляли воск. И наносим нашу помаду. Надо растушевать немножечко пальчиком. Помада у нас получилась очень яркая и липкая немножко. Видимо, от того, что мы добавляли до конфеток. Ну, а в целом цвет неплохой. На самом деле у меня не очень красиво получилось накрасить губы, так как если я даже крашу какой-то яркой помадой, я всегда использую палец и растушевываю ее по губам, потому что так я красить не умею. И чтобы завершить наш образ, мы добавим ему немножечко блесток. Блестки я взяла вот такие серебряные. Ой, они посыпались. И они должны весело и ярко смотреться на наших губах. Конечно, такой звездный макияж на каждый день нам не подойдет, но зато можно сходить на какую-нибудь крутую вечеринку и однозначно выделиться там из толпы, сияя своими прекрасными губами. А вы подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. И с вами была я, Джейн Фокс. Всем пока-пока!